Артистка Соня Тимофеева, прославившаяся после роли в фильме «Цыган», пережила клиническую смерть. Во всяком случае, об этом заявляет сама актриса. По словам певицы, она сейчас пребывает в глубокой депрессии. Начала выпивать, а все потому, что в 70 лет вдруг постарела. Ну а романсы, которые она раньше исполняла на концертах, теперь слушают только муж и врачи скорой помощи, которых она регулярно вызывает. А вот Мария Новикова выяснила, что тетя Соня, кажется, просто скучает по былой славе. Сегодня в этой пожилой женщине практически невозможно узнать заслуженную артистку РСФСР Соню Тимофееву. После роли Шелора в фильме «Цыган» Соня, что называется, проснулась знаменитой. Артистическое прошлое дает о себе знать. Актриса распевает песни на разных языках. Но для того, кто несколько часов назад пережил клиническую смерть, поведение, мягко говоря, странное. Осталось далеко, та первая любовь. Накануне в скорую помощь поступило сообщение. Соня Тимофеева находится в состоянии клинической смерти. Правда, кто поставил актрисе такой диагноз, неизвестно. Позже выяснилось, медика вызвала сама Тимофеева. Оказалось, заслуженная артистка хоть и не умирает, но находится в состоянии глубокой депрессии и не менее сильного опьянения. Что я вчера запила? Мне 70 лет. А что за повод? Повод, что я постарела. Свой экстравагантный поступок актриса объяснить так и не смогла. Зато с видимым удовольствием начала предаваться воспоминаниям. Ведь Соня в советское время не только блистала на экране, но и была известной гадалкой. Якобы она предсказала будущее даже дочери Леонида Брежнева Галине и супруге первого президента СССР Раисе Горбачевой. Я великая цыганка, но не из жизни, как бывает. Проходите, ребят. Соня с тоской вспоминает. Раньше ее партнерами были всемирно известные оперные певцы. Пела Лучана Баварой. Я была в Америке, в Италии. Все прошло. А теперь любимые цыганские романсы приходится исполнять на собственной кухне. Правда, сейчас все чаще приходится прикладываться к бутылке, что называется, для вдохновения. Магнедайна галёла, Эрдебава, как будто чужа имя моё. Актриса признается, грустные мысли посещают ее постоянно, ведь единственный зритель таких домашних концертов – муж Тимофеевой. Только вот молодой супруг о былой славе Сони почти ничего не знает. Когда она блистала на экране, он еще учился в школе. Я не хочу жить. Вы знаете почему? Мне 70 скоро. Никто мне не помогает. Соседи Тимофеева уверяют, медики в ее квартиру приезжают далеко не в первый раз. Правда, жители дома на Тверской каждый раз гадают, то ли пожилой актрисе действительно стало плохо, то ли снова понадобились зрители для очередного спектакля. Мария Новикова, Алексей Пугатов, «Экстренный вызов».